Коли пенсії не нагадуватимуть подачки від держави? Це запитання ми поставили Юрію Бойко. Він прокоментував нам і інші теми тижня. Знаете, когда вот проходила автоматическая индексация недавно, и когда люди мне звонили, говорили, что пенсия увеличилась на 3-5 гривен, то, в принципе, это было просто издевательство. Пенсии должны быть индексированы как минимум в 2 раза выше официального уровня инфляции. На сегодняшний день это примерно на 15-20% больше. Цинично вот обманывать так людей, когда говорят, что мы там индексируем, и давать какие-то крохи. Вот у нас позиция не изменилась. Меньше платить силовикам, меньше платить разным конторам и больше отдать людям на социальные выплаты. Отставку надо отправлять все правительство, потому что процесс вакцинации – это процесс многовекторный, затрагивающий как минимум 4-5 министерств, и который был полностью провален правительством. Люди уже боятся просто вакцинации, потому что они не понимают, идет разная информация с разных сторон. Все уже соседние страны вакцинируются, а у нас идет просто болтовня. В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые позволят урегулировать тарифный кризис. Это и снятие НДС с продажи газа, и смешение газов, и газ украинской добычи должен идти населению. Собственно говоря, так и было еще 7 лет назад. И все эти вещи должны быть проголосованы и приняты парламентом. Тогда парламент покажет, что он заботится о людях. Эти инициативы были сорваны. И вот почему мы инициируем неочередное заседание парламента.